с удовольствием представлю наших сегодняшних конкурсантов. Красивые и талантливые конкурс «Мисс и мистер» в стенах Саратовского государственного университета проходит уже в 11-й раз. Каждый год он посвящен определенной тематике. Сегодня – нерожденные в СССР. Тема выбрана не случайно, потому что почти все участники родились уже после 91-го года. Тебе конкурсанты вместе со зрителями перенеслись в Советский Союз. Пионерские галстуки, коммунальные квартиры и песни 70-х и 80-х. Каждый участник пытается показать себя с лучшей стороны. Я всегда оцениваю прежде всего, как бы, даже не столько внешний вид, хотя встречают, конечно, по одежке. Я оцениваю прежде всего внутреннюю как человек. Я вот люблю, чтобы человек умел выражать свои мысли грамотно, что если он талантлив, то он показывал именно, умел оттенять те стороны своего таланта, которые интересны публике сегодня. Главный претендент на звание мистера СГУ – КВНчик, активист Валентин Либерзон. Публику он покорил своей пародией на известного британского музыканта Стинга. Песня о простом босоногом парне из глубинки. В поселке городского типа с названием «Шиханы-2». Поскольку я уже 5-й курс, это последний год моей жизни в университете, я решил испытать его по полной провести. Поэтому и пошел на «Мисс и мистер СГУ», на этот веселый, как выяснилось, конкурс. Несмотря на сильную конкуренцию, Валентин Либерзон все-таки стал мистером СГУ. Это звание он будет носить целый год, до следующего конкурса «Красоты и таланта». Роман Гальперин, Алексей Чудин, новости, телеобъектив.